Да. Блять! Ну такая, знаешь, у... Я хуесос? Вот это вот, вырежете эту фразу и... Да. Отправьте так, своей маме Эдвард, как у тебя Валентинку, дела? Если ее любите. Он не знает, не почему-то понимает. Отправили давай. Мне. Оп. Ага. Отлично. Все. Сфоткали, сфоткали, ребят, сфоткали. Че, как вам стрим, ребят? Я уверена, что вы там были. Че, вам стрим понравился с Ивангами? Я что-то побывала. Ваня максимально добрый. Прям максимально какой-то душевный человечек. Прям реально я видела, как, знаешь, Хесус как будто чувствовал себя не в своей тарелке. Не знаю. Да, понравился. Ну, короче, он прям так стеснялся, как будто что-то говорить, что-то там ему и это. Я обиделся, на что-то обиделся. Немного скучненький. Но он просто не привык, наверное. Хотя должен к медийке-то привыкать. Но к стриму именно не привык. И то полтора часа, мне кажется, это мало было. Можно было с ним во что-то поиграть там, или еще что-то. Но если он занятой, конечно... Знаешь, как будто чувствовалось, как будто, я не знаю, в инсте какой-то... стрим. Ну а так, я говорю, я посмотрела только типа начало, вот, и конец, концовку, и все. Но Хесус максимально был такой прям зажатый, как будто бы. Давай! Давай, раз! Они три, в Элис играли, раз! Да, я видела. Стой, стой! Подожди! Давай! Тут только приготовься. Жетон, гусей. Да блин. Осуждаю злого. Прикинь, нахуй вообще. Осуждаю блядь. Злого, осуждаю, да блять. Осуждаю. Да как. Он 2 минуты занимает резко. Как сделать большого, я не знаю. Я хочу трахаться. Это строго. Шакал! Бля! Они блокер кончи, бля! Фига, мажорка сидит во файтку у футболки. У меня такая же есть. Ладно, я не буду въебываться, не буду, не буду. Не буду выебываться, не буду. Не буду. Не буду. Такая же футболка! Пошли в пизду! Я боюсь, муха! Я думала, на Твиче хотя бы ни у кого такой же не будет. Пацаны, пацаны, пользуйся моментом, блядь, быстрее. Быстрее пользуйся моментом, рекламлю. Спонсор данного стрима Сок Добрый, ребята, Сок Добрый. Сок Добрый, яблоко, 100% сахара. Без красителя, блядь, без сахара, точнее, блядь, 100% сок. Содержит калий, без консерватора, без красителей. Мой ебать сок, гений. Я Сок Добрый, пиар, попейте Сок Добрый, ребята. Кикарин, спасибо за рейтинг, ебать, нихуя себе, Сок Добрый, блядь, давай, давай. Ой, блядь, также спонсор данного стрима Чокопай. Чокопай оригинал, ебать, белая сперма на твоих губах. И, конечно же, блядь, как обойтись без Барни? Барни вкус, банан и йогурт. Как же без них? Как же, блядь? Как там у тебя в конце-то? Как, блин, слышишь, пацан? Может, не пацан? Почему? Вот я не смотрела полностью стрим, но как будто, когда я проскролливала стрим, я как будто была именно конкретно на этих моментах. Подпишись, не ленись на канал. Да. Он сейчас скажет, я его все равно стройканул, по-моему. Украл эту песенку, поставил себе в конец. В конце каждого его ролика играет мой трек. Ну, типа, мне вообще все равно, мне подписчики пишут, как он посмел? Он украл твой трек. Я такой, трек? Я даже этот треком назвать не могу. Это, типа, что-то такое было по фану сделанное в детстве. И мне, типа, приятно, что, типа, что он пытается быть мной, что, и если это так, то... Это 100% так, он тобой вдохновился. Он, смотри, Хесус красненький. Я же говорю, он стесняется. Ну, это круто, приятно, но я ему страйк кину. Ну все. Животные в зверополисе. Да надо сейчас смотреть.
Это заумное слово означает, что они так ходят вертикально, носят одежду. Спасибо. А неплохо, хорошая шутка. Вася, говорю, они даже шутят про это. Другой они дело. Его выставили не голым, а потом прошутили, что он без одежды. Это все... Итак, в Зверополисе живут... Это все для того, чтобы 12-летки дергали себя за пипи. За пипи, Том Кукуруз. Там X2 это какой-то психодел. Блять. А можете несколько... А нет. Наклонить свое устройство вверх. А походу нет. Да все. Я понял. Порядок в чате. Ну, тут, конечно, возникнут некоторые проблемы. КОГО, БЛЯТЬ?! Speak English, please. Speak English, please. Thank you. Мне на эти 250 рублей пофиг. Хотя, там уже кассир, но мне пофиг. Они достались тебе, не кому-то другому, а именно тебе. Спасибо. Да, извини, считай, обосрался. Да. Бля, кринжовый чел. А чё ещё я скажу слово? Пи. Осуждаю! А дальше не скажу. Чё, блядь? Ты чё, блядь, моей смерти хочешь? Ты нахуя это делаешь? Настя, у него реакция, вы слышали? Ты с утра ко мне принёс, твой парень ветром поднёс, и сказал, что это ландыши. Я сосала как могла, чуть концы не отвела, вот эти ландыши ебла. А меня покатаешь? Долбоёбов не берём! Хорошо клеит. А он будет клеить типа тебе, вот, например, лицо вот так? Да. Ну давай, лифтинг лица, давай, на старость лет, давай. Давай я попробую, а как? У меня не смывается, блин. Давай, смотри, Диман, значит, мы под... Это женское, только не говорите, что это женское, блядь. Блядь, осуждаю злого. Боюсь. Я чё, на тону, ты не спасаешь? Она не умеет плавать. Бывшая, блядь. И там было задание, огромный ров, нужно с высоты было прыгнуть, а там глубоко 2-2.5 метра было. Вот, и я типа ей говорю, да ты прыгай, несы, тут много народу, если что, достанем. Вот. И никто не достал. Не достал. Блять. Сама выбралась. Хорошо. Ладно, все, давай. Бля. Готовы? Ебать, это его рассмешнило. Сейчас разрывная в чате увидел. Однажды игрок под номером 9 играл мафию. В первую ночь он убрал игрока под номером 2, Эдварда. А во вторую ночь он убрал Зевса. Из состава Нави. Двери. Объемный звук. Да. Блять! Блять! Я помню, форсили клип какой-то с Дианой, то ли чё, и там вот эти были стуки, пиздец. Я посрался, я думал, это не то будет! Ебать! Кстати, он, кстати, в правильную сторону повернулся. Справа. Это что за стук был? Ебать! Рубай. К тому, что мафия, я играл только в офлайне со знакомыми. Пиздец. А мне кажется, также интересно поиграть с веб-камерой. Это работает, если у тебя скачано расширение? Это топовая игра. Ну, кстати, если хочешь, я могу тебя позвать как-нибудь. Ну, можно? Как-нибудь. Зови. Окей. На всякий случай. Блин, позови. Он так стесняется. Окей, следующий уровень. Типа, знаешь, так прям, типа, блин, ну если хочешь, если у тебя найдет свое время, если прям... Прям красава, Хес. Держался до конца, типа, не показывал, что там, типа, стесняется или ему как неловко. Вот прям красава, нормально провел стрим. Новая игра. Ну, кстати, если хочешь, я могу тебя позвать как-нибудь. Ну, так мило. Ну, можно как-нибудь. Зови. Окей. На всякий случай позови. Окей, ладно. А это про какую, подожди, пока про какое? Про ДВД или про чё? Какая бэйби, а? Мафию? А, понял. Спасибо.
Вот это я, кстати, скачивал эту игру. Там наёбка. Там надо какой-то хуетой заниматься. А вот эта игра начинается там раз в тысячелетие. И чтобы в эту мини-игру поиграть, надо много хуйни какой-то там. Бегут они, блядь. Они просто бегут куда-то вправо бесконечно и пиздятся сами. Тебе даже нажимать ничего не надо. И так много долго надо сидеть, а потом иногда мини-игра вот эта начинается. Капец, у нее зумит прям. Моральное здоровье нации. Зацени, здесь реальные пацаны. За моральное здоровье нации. Зацени, здесь реальные пацаны. Лучшие нахуй, лучшие, блядь. Лучшие. Короткий ствол, бля, Глок 18, бля. Такое, что ты свой нос использовал вместо члена. Ну вот чисто по фану, как это. Ну, попробуй. Ты вообще дебил. А по-моему смешно, так пощекотал глиторок. Да, 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 был такой. Ну, было, да. В смысле, носом? Ты чё, рофлишь? Ну, чё, ну типа такой у тебя же, ну он типа длинный, ты такой, ну посмотри. Какой у меня длинный, чуть-чуть больше. Не знаю. Привет, Хесус. Я тут говорю. Говорит, ебаный. Вот. Флюласп. Бля, ну это шоу вообще. Бля, это мне тоже такие фоточки в инсту заливают, бля, пацаны. Хисань, от меня твичи фэн. Бля, балдёжно, слышишь. Позови Аню или Марка. Меня зовут Кабан, я его серьезно дам. Я поел банан, подался на килограмм. Этот же банан был во рту ориньян. Слева Дина Брина, а здраво Нуня. Да, набита, как мотолик по небу. Жареное мясо подаю к обеду. Хаваю козявки, как на тахо, сперму. Когда последний раз с Джоэном ходили в стрип-клуб, бля, круто. К нему подходит челка, говорит, пошли типа ебаться. Он говорит, пошла нахуй. Для меня типа после этого Джоэн совсем другой человек. Это такой, знаешь, мужчина, альфа такой. Там такая штука подошла. Пошла нахуй. Охуел, знаешь, пошла нахуй. Если скучно, так выйди со стрима, зачем ты мне этого сираешь? Бля, прикольно, можно так. Ну так, стрелять между зубов. Там прям, знаете, не просто щель, а именно вот под эту хуйню у нее щель. Она, может, так делала всю жизнь, и у нее щель получилась. Точно, возможно. А что с делами? Олик вставит меня классно. Не могу пока сказать. VR, зачем эти деньги? Ну там пиздец. Я вас умоляю. Вот, и это во-первых. А во-вторых... Даже неприятно об этом говорить. А во-вторых... Я во... Ну, да. Ну, это точно, вот. Типа, не на стриме. Какие-то удвоения делать. Больно. Папа уехал. А кот почему-то спрятался от меня. А, я смотрела это. Но ненадолго. Пизда. Взял его, достал. Я его нашел. Ну, ладно, извините. 80. Почему в этом фильме такое неуважение к котам, я не понимаю. Что за хуйня, дискриминация котов. А вот когда он, сука, будет помирать, блядь. Кстати, будет вишни, напишу пока. Плакать нахуй, но я, сука, запомню про кота, блядь. Нихуя, блядь, пососёт нахуй. Чтением лица Эдварда. Вот с котиком вчера. Как будто сериал сел смотреть, если честно. Вот этого парня. Дед, прости. Клюет носом. Дед, клюет носом. Чисто на кожаном диване. С ним вчера минут 7, наверное, так 10 сидел просто. Тебе знакомый, да, подходит, дурачок? Слышь, братишка, у меня братишка мой принес. На, нахуй, сластя его, бля! На! Сразу и все, ушел. И до свидания. И нет, у тебя больше друга. Зато, пресс-эф. Пришел, мне отчитался, говоришь, мне предложили, и я дал в ебасосень, все. Инкабус или Карабасан. Да, джинны — это существа из фольклора, а не выдуманный Диснеем персонаж. Это джинн... Бля, на самом деле, вот я хотела прям эффекта, знаешь, как у этого, у Майкла.
из этого истории игрушек, ой, не истории игрушек, а корпорации монстров, чтобы у него прям такие синие-синие, такие большие губы надутые были, там вообще не тот эффект был. Давай, 10 секунд, давай, 10 секунд. Смотри, смотри на Вадима, смотри. Смотри в рост, чекай. Давай, 10 секунд, давай. Сейчас. Надо было 30 секунд на минуту. Но они у него типа порозовели. Но я думала, они прям, знаешь, такие по объему увеличатся. То я вижу. Ну там больно уже, наверное, просто. Поэтому я не стала больше говорить. Давай, давай. Диман, быстро, быстро, жестко въебал. Два сразу. Твою. Старый, бля, желток, нахуй, цыпленок, блядь. Красава. Красава, жестко въебал. Блин, а задание про кетчуп не вставили. Задание про... А нет, еще какое-то вставили. Ладно. Сейчас скример какой-то будет. На префе. Прочитал. Это чё было? Максимально тихо, потому что... Это когда ты, короче, первый раз с девочкой лежишь и думаешь, как же начать там, ну, свои вот эти дела, да? Да-да-да. Реально, куда же как положить ручку? С иглы вот этого, знаешь? Вать, возвращайся, тебе загадали с действия вернуться. Вы такой лысик, блядь. В Россию сувать. Это, ребят, мне не получится это сделать, я выбываю за... Блядь. А как он вебку поменял, она передвинула, блядь? Что называет, блядь? Надо маленькую баночку, в ней сделать вакуум. Ты видела? Ты сняла? Да. Ты сняла? Ты видела? А у них ком сгорел в итоге, да? Бля... Ты сняла? Бля... Жёстко, очень жёстко. А за что? Подожди. Я хочу в слоу-моде посмотреть. Оп. Давай,